Дочери Доменико Квирико, пропавшего в Сирии итальянского журналиста, обратились с призывом помочь разыскать их отца. Видеозапись обращения Металла и Элеоноры Квирико на своем интернет-сайте обнародовала газета «Стампа», для которой Квирико делал репортажи из Сирии. «Мы дочери Доменико Квирико, итальянского журналиста, исчезнувшего в Сирии 50 дней назад. Отец находился в Сирии, чтобы рассказывать итальянцам о драме, которую переживает эта страна и сирийский народ», — говорит одна из дочерей. «Мы просим всех, у кого есть хоть какая-нибудь информация о нашем отце, помочь нам вернуть его домой. Если у кого-либо есть какие-то новости, пожалуйста, свяжитесь с итальянскими властями. Папа, мама и все мы очень ждем твоего возвращения». 62-летний Доменико Квирико, известный опытный военный корреспондент, прибыл в Сирию 6 апреля через ливанскую границу. 8 апреля он разговаривал с женой, но связь была очень плохой. 9 апреля направил последнее сообщение на мобильный телефон коллеги, уточняют в редакции газеты «Стампа». Доменико Квирико находился в районе Хомса, где собирал материалы для журналистского расследования. До сих пор его поиски не принесли результат. Сирия – одна из самых опасных для работы журналистов стран в мире.